как вы видите, располагаются исключительно на высоких этажах, что позволяет, конечно же, обрести такой замечательный вид. Уже в этом месяце в Красноярске разыграют 10 однокомнатных квартир с видом на Енисей. Все в чистовой и получистовой отделке. Такая жилплощадь стоит больше 2 миллионов рублей. Дома – это непосредственно все новые, теплоэнергосберегающие, умная система водоотведения. Поэтому здесь, конечно, будет обеспечена низкая коммунальная плата. Вся социальная инфраструктура тоже, видите, она предоставлена. Имеются и детские площадки, подземные парковки, и вся социальная инфраструктура, магазины, частные какие-то детские развлекательные моменты. Поэтому, в принципе, здесь замечательно. Помимо квартир разыграют еще 10 машин, 4 Нивы и 6 Гранд и 50 смартфонов. Викторина пройдет с 25 июня по 1 июля в дни голосования по поправкам в Конституцию. Бланки викторины будут раздавать волонтеры рядом с предвыборными участками. В них по 5 вопросов на знание главного свода законов страны. Это социально-познавательный, образовательный такой вот проект для того, чтобы побудить людей прочитать хотя бы, я уж не говорю изучить, но хотя бы прочитать Конституцию. Потому что Конституция – основной закон, это ядро свобод и прав, хотя бы узнать, какие права обладают. Это прям букварь для человека, который, во-первых, написан простым, доступным языком, всего 137 статей. Сам розыгрыш пройдет в 2 этапа. Каждый день с 26 июня по 1 июля будут разыгрывать квартиру, машину и 5 смартфонов. Все остальные призы распределят 3 июля. Подробности о викторине можно узнать на сайте викторина2020.рф и по телефону горячей линии 8 800 360 33. Анна Петрова, Сергей Большаков, новости Прима.